Привет, дорогие друзья, с вами Алекс, и мы сегодня продолжаем играть в GTA 5 и строить эксперименты. Сегодня мы сейчас находимся возле ветки метро, хотя я даже не знаю, как это назвать. Вроде бы прямо здесь это можно назвать метро, но в другой части города это можно назвать трамвай, не более. Вот так вот. Мы не будем пытаться его остановить сегодня или что-то с ним еще сделать. А у меня просто отличная идея сегодня появилась. Завалить все это метро автомобилями. Здесь у нас сразу соединяются... Боже, где остановка? Станция, точнее. Вот. Отлично. Здесь у нас сразу соединяются две ветки. Боже, да что ж такое-то? Не хочет ни в какую. Давайте сюда станем и спустимся. Ну и главное посмотреть, в какую сторону идет поезд. Ну, здесь, скорее всего, в левую, да? Естественно, смотрите, у нас справа пусто. Все стоят с левой стороны, ждут поезд. Я думаю, что нам нужно просто включить наш спунер мод. Так, я думаю, что лучше куда-нибудь сюда отойти, дабы это все было безопасно. Так, ну и спаун транспорта. Да? Думаю, да. Или же нет, стоп, наверное, лучше уже спунер мод включить. Точнее, объект спунер. Оп. Так. И транспорт. Вот так вот. Че, в эту... Я думал, в эту сторону кто-то. Ага, то есть сейчас люди идут на остановку. Давайте вот эту станцию, пока она пустая, забивать просто изо всех сил. Я даже не знаю, с какой стороны мне начать. Хочется ее просто, вот представьте, вот всю станцию забить тачками. Это будет просто нереально. Даже не знаю, чем забивать. Поездами всяким не будем. Давайте обычными седанами какими-нибудь. Вот есть типа Авио. Правда, не знаю, сколько здесь в игре адекватное количество будет. Главное, чтобы ничего у нас не заглючило, не зависло. Так, наверное, нужно мне повыше подлететь немножко. И главное, чтобы они сейчас сами хотя бы не начали взрываться. По-моему, притык уже. Потому что 63 тачки отспавнил. Больше не спавнится. Давайте попробуем другие, может, повезет. Нет, не хочет. Не хочет, реально не хочет. Ну чё, тогда ждать будем, что ли? Боже, что произошло? Просто представьте этот момент, когда сейчас будет здесь ехать поезд. Я думал, если честно, что можно поставить вот абсолютно все тачки влепить, но почему-то наш чудо-спунер мод не хочет. Ну да, если мы транспорта спавним, мы сразу в нем появимся. Не хочет. Просто не хочет. Ладно, ждем. Будем ждать. Нет, сначала, наверное, спунер мод мы отключим. И просто включим уже на F3 камеру. Вот они. Так, мне кажется, сейчас будет уже ехать. Я слышу просто какой-то звук. Сейчас себе добавлю. Боже, что творится? Куда он побежал? Да ну. Нет. Пожалуйста. Все. Охренеть. Это просто нереально. Круто. Он без остановки поехал? Вы серьезно? Что за черт?
практически все тачки загорелись. Повезло, что я две тачки убрал. Но, блин, посмотрите, сколько их здесь. Сейчас просто начнутся массовые взрывы. Ладно, давайте хотя бы посмотрим, как они еще взорвутся здесь. Надеюсь, они не потухнут, наверное. Так, давайте сразу проверим, можем ли мы дальше спавнить. Не можем. Ну ладно. Так, ну что, горят, не горят? Потухли тачки. Да ну. Ладно, отключаем спунер. Так. Кажется, едет еще один поезд. У меня что-то с управлением странное произошло. Такое ощущение, будто тачки просто падают куда-то под землю. Давайте еще раз спустимся здесь. Нормальная дорожка уже. По идее, сейчас еще один поезд приедет, пока мы спустимся. Конечно, на встречную сторону было бы неплохо положить. Кстати, а как идея? Можно сейчас, наверное... Я что-то слышу. Да, с другой стороны подъехал. Ладно, тогда что мы делаем? Я спавню здесь. Естественно, валю куда-нибудь в эту сторону. Так, теперь что мы? Удаляем все, что мы поставили. Отлично. Включаем спунер мод. И я думаю, что мы сейчас завалим это всем чем-то более громоздким. Я не знаю, это будут какие-нибудь сейчас вагоны или... Я просто без понятия. Давайте посмотрим, что вообще что у нас есть. Trains. Можно поезд даже поставить. Так, tracks. Ой. Ладно, давайте вот такие ставить. О боже, сколько их тут. Шестьдесят три, снова у нас лимит здесь. Кажется, уже что-то даже горит у нас. Или нет? Я не знаю. Думал, может какие-то вагоны поставить, может еще что-то, не знаю. Пишите в комментариях, если вы хотите что-то интересное увидеть. Блин, они аж наверху даже оказались. Просто сейчас будет жесть. Просто жесть. Снова какой-то побежал. Я уже слышу снова звук нашего поезда. Не забывайте писать в комментариях ваши идеи для видео, что бы вы хотели увидеть в следующих. То есть самые интересные идеи, и которые реально исполнить, и которые не совсем такие чокнутые, то мы попробуем сделать. Так, по-прежнему ждем наш поезд. Но только неизвестно, приедет он или нет. Ох, ёп! Вот это жесть. Просто взрыв за взрывом идет. Кажется, в чем-то я облажался. И сейчас непонятно, или поезд едет и их щемит, или же они сами по себе двигаются уже. От взрывов просто. Да уж. Но я сомневаюсь, что он даже такую груду металла сможет столкнуть. Как оказалось, поезд уже здесь, и он проехал так относительно сквозь текстурки так. Хотя... Нет, не сквозь текстурки. Он все растолкал, но здесь тачки у нас все убитые.
Друзья, надеюсь, вам понравилась эта серия. Подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии. С вами был Алекс, и всем пока-пока.